Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 11 қаңтар, 11 января 2023 год. Бүгін Керей Жәнібек хандар көшесін көріп келейік. Сегодня предлагаю прокатиться по улице Керей Жәнібек хандар. Едем на Медеу. Здесь вот находится канатная дорога, на которой можно добраться до Шымбулака. Горнолыжный курорт Шымбулак. Мұз айдыны каток Шымбұлақ 6 шақырым. Здесь находится пожарная часть. А здесь что-то новое строится. Быть может какой-нибудь отель или ресторан. Большой комплекс. Столько новых знаков, кажется, появилось. Давно здесь не был. Так, ищем место для разворота. Здесь дальше уже не проехать. Вот здесь вот можно развернуться. Это вообще автобусная, что ли? Ничего не понятно, не видно. Здесь, видимо, плохо почистили. Здесь вот находится конечная 12-го автобуса. Так, предлагаю заехать на парковку местную. Въезд на парковку 500 тенге бесплатных, минут нет, пишет. Так, а вот он вышел, билетик вот такой. А парковка стала сейчас вот такой. Раньше вот этих будок не было. Продают напитки разные, кажется, еду. И раньше данная парковка была бесплатной. А сейчас вот так вот. На английском языке. Выехали с парковки. Едем вниз. Данная улица называется Керей Жәнібек Хандар. Одно из старых названий — улица Горная. Если смотреть на картах, то данная улица, оказывается, полностью идет до горнолыжной базы Шымбулак. Начинается она от ресторанного и отельного комплекса Royal Tulip. Ну, сейчас будем спускаться вниз и посмотрим все. Здесь с левой стороны находится парковка. С правой стороны проехали, какое-то новое здание строит, сооружение. Здесь с правой стороны находится парковка гондольной дороги. Вот так здесь вот и вторым рядом паркуется, и вдоль дороги паркуется. Сегодня на улице минус 17 градусов. Когда выезжал из дома, было всего лишь минус 9 градусов. То есть в городе намного теплее. Почти на 8 градусов теплее. Снег шел почти сутки. Вчера утром как начался, и вот до сих пор идет. Сегодня 11 января.
11 қаңтар 2023 год. Можно увидеть, как здесь уже дорогу почистили. Ну, так как выпал снег хороший, все поедут отдыхать на Шамбулак, кататься на Медеу. Также в этой части живут люди. Есть трехэтажные строения, многоквартирные, также и частные секторы. Раньше эта территория была в числе Лялатауского национального парка, а в дальнейшем его вроде как уже вывели из состава нацпарка. Так как помню, что раньше сюда въезд был платный. Здесь вот находится Акбулак. Отсюда можно набрать воду. Также сюда едет общественный транспорт, 12-й автобус. Вот здесь с левой стороны был съезд в сторону начала тропинки Кукжелел. Там тоже есть частный сектор. Вдоль дороги есть дорожное освещение. Апаттық жағдайдағы кіререр жерге дейін. Что-то, ну, короче говоря, это при аварийном случае, так скажем, здесь вот есть аварийный кармашек с правой стороны. А это вот тот поворот, где я как-то однажды разбился на роликах. Также вдоль данной улицы есть разные рестораны, отели. Если честно, не знаю, когда переименовали данную улицу в Керей-Жанбек-Хандар, так как, ну, в студенчестве, когда сюда ездили, в школьные времена, улица называлась Горная. Вот здесь с правой стороны есть, к примеру, Конак и Эдельвейс. И дальше, чуть ниже, есть вот ресторанный отельный комплекс тоже, Самал. Ну, вроде как он так назывался, надеюсь. Да, название они не изменили. Самал Резорт. Здесь с левой стороны, оказывается, тоже что-то строится. Пешеходные переходы, старые остановки вот такие сохранились. Уже температура на улице показывает минус 15 градусов. Чем ближе будем подъезжать к центру города, тем температура будет теплее. В летнее время по данной дороге также спускаются на скейтбордах, на велосипедах, на роликах. Тоже раньше в студенчестве промышлял этим. Здесь вот находится селезащитная конструкция. Это вот первый уровень, там дальше есть второй уровень. А здесь раньше был экологический пост Лялатауского национального парка. Но он был недолго, ну, въезд был платный, а потом стал бесплатный. Была такая арка, вроде как даже был какой-то памятник со снежным барсом. Но сейчас можно увидеть, что все демонтировали. Едем дальше. Посмотрел по карте, данная улица примерно
17-18 километров. Ну так карты говорят. Сколько на самом деле, не могу сказать. Опять же, данная улица не является самой длинной улицей в городе Алматы, так как на данный момент вроде как самая длинная улица в городе — это проспект Рысколова. Автобусные остановки вдоль дороги. Также вдоль дороги есть газовые трубы. Так как здесь, в этой части, очень много частного сектора. Также здесь вроде как есть санаторий, но я там никогда не был. Керей Жанбек Хандар, 245 строение, 245 И. Здесь также вот с левой стороны вроде как есть еще один отель. Называется он вот Медеу Вилла. Здесь с правой стороны вот большой длинный забор. Вроде как тоже частная территория. В этой части города живут очень богатые люди. Керей Жанбек Хандар, 452. Здесь с правой стороны какое-то госучреждение. Балбулак. Вот здесь с правой стороны какой-то съезд. Похоже на аварийный съезд, но там вроде как отдельная дорога. За эти сутки выпало очень много снега. До сих пор по городу ездят снегоуборочные машины в сопровождении с полицейскими. Вот, к примеру, перед остановками еще даже не успели почистить. Здесь с левой стороны находится Белладжио. Ресторан, клуб. И вроде как там даже есть отель. С правой стороны сейчас будет съезд в сторону Мустау Шагын Ауданы. Это новый микрорайон, точнее старый микрорайон. Его просто переименовали. Раньше это был Бутаковка. Вот здесь вот съезд. И дальше вот едем вниз в сторону города, в сторону центра. И слева и с правой стороны можно наблюдать многочисленные длиннющие заборы. Все это кому-то принадлежит. Газовые трубы. С правой стороны здесь тоже вот чья-то частная территория. Есть жилые комплексы, кстати говоря. Здесь вот с правой стороны тоже какой-то новый дом строится. Вот такой есть жилой комплекс. С левой стороны также продолжаются заборы. С правой стороны тоже заборы. Дорога также очень живописная и в летнее время. Здесь очень много деревьев и очень много зелени.
Что интересно, посмотрел на карте, и оказывается, частичка данной улицы Керей-Жанбек-Хандар есть еще и в городе. Не знаю, как так получилось и почему там в городе осталось кусочек данной улицы. Быть может, мы туда тоже прокатимся, посмотрим. Получается, та часть улицы и основная часть, вот эта большая улица, они никак не соединяются. Вдоль улицы также есть камеры видеонаблюдения. Осталось совсем недолго. Здесь уже почему-то улица называется Таттымбет. Видимо, на том светофоре закончилась улица Керей-Жанбек-Хандар көшесі. Но на некоторых картах значится, что данная улица заканчивается именно вот здесь. С левой стороны находится Royal Tulip. И после этого светофора начинается проспект Досток. Досток Данглы. Сейчас едем вниз уже по проспекту Досток. Ранее на канале было видео про данный проспект. Также на канале вообще можно найти очень много разных улиц, по которым я уже ездил. И сейчас едем на другую часть улицы Керей-Жанбек-Хандар. Сатпаев пен Луганский көшелерінің қиылысы. Сейчас вот собираюсь ехать в верхнюю часть по Луганскому. Так, и где-то здесь, вот, Сергей Луганский, 39-й дом, и вот, 44-й дом. И здесь вот Керей-Жанбек-Хандар 4, Керей-Жанбек-Хандар 6. Получается, это вот начало улицы, которая осталась вообще в другом месте и никак напрямую не соединяется с основной частью, откуда мы приехали. Керей-Жанбек-Хандар 18, улица Горная. Даже сохранилась старая табличка. Керей-Жанбек-Хандар 3. Сапарғали Бегалин. И дорога здесь дальше уходит сюда направо. Здесь дорога довольно очень узкая. Тоже заборы, заборы. Керей-Жанбек-Хандар 34. Вот опять слева заборы, справа заборы. Горная көшесі. Вот такая интересная улица.
Здесь дальше тупик. И вроде как мы выехали на проспект Аль-Фараби. Или это Восточная объездная? По карте говорится тупик чуть дальше. Сейчас вот еще можно проехать немного, оказывается. Вот Керей Жанбек Хандар Елю. Здесь видно, что мало кто ездит вообще. Вот, и здесь у нас получается дорога над тоннелем, после которого проспект Аль-Фараби превращается в восточную объездную автомобильную дорогу. Так, и здесь вот в конце есть какие-то дома. Что-то продам есть. И Керей Жанбек Хандар 60, Горная 55. А, вот здесь вот тупик уже. Спустились обратно на вот эту небольшую развязочку. Очень неудобная. Так, здесь оказывается, вот, если вот сюда подъехать, то есть вот в этот переулок, здесь тоже улица Горная. Горная 13/24. Даже и подумать не мог. Горный 17. Странно, что здесь таблички не поменяли. Или, быть может, это как бы отдельная улица Горная. Ну, как бы все возможно, если честно. Ну, давайте прокатимся, посмотрим, куда она здесь ведет. Улица здесь совсем тесная, на одну машину. Или, быть может, для этой части таблички еще не изготовили. Если вдруг знаете, то есть, как по факту называется, или, может, это совсем другая улица, то пишите об этом в комментариях. Что-то, кажется, уже дальше тупик. Нет, слушайте, дальше дорога уходит туда. Ой, я здесь как-то давно был уже. Горный 59. Дорога совсем даже не тупиковая. Здесь дальше есть тоже выезд куда-то. И открывается вид на канатную дорогу. Оказывается, это Тюхкшесе Горный. Переулок Горный. Мы сделали круг, получается, и сейчас возвращаемся на основную часть. Получается так, что как бы полностью улица Горная не пропала, и теперь это переулок, я так понимаю. Вот Горный 21. И сейчас мы опять вернемся на ту самую развязку. Опять оказались на том самом, так скажем, пересечении, на развязке с улицы Керей Жанбек Хандар. И спускаемся вниз. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.